27 ноября 2020 года исполняется 95 лет со дня рождения нашего земляка, краеведа, автора замечательной книги «Наша малая родина» Тимофея Петровича Присухина. К этой знаменательной дате мы подготовили онлайн-акцию «Читаем Присухина». Задуманный мною труд описать историю Октябрьского района столь объемен, что иногда мне казалось, я не сумею его осуществить. Как родился замысел этой книги? В 1989 году мне довелось побывать в хуторе Озерки, где я впервые услышал историю о Придонской трагедии, которая произошла в морозные январские дни 1943 года, и в результате которой здесь погиб отряд советских воинов в количестве 130 человек. Им был установлен памятник, но 79 воинов остались безымянными. Воинские звания и фамилии их установлены не были. И во мне возникло непреодолимое желание восстановить истину, как бы тем самым отдать последний долг тем, кто погиб на войне, защищая наши жизни. Это был долг памяти. Уважаемые жители Октябрьского района, если у вас есть интересные материалы об истории поселка и района, или кто-то хочет поделиться воспоминаниями о Тимофее Петровиче, мы всегда ждем вас в нашей библиотеке, а также предлагаем поучаствовать в онлайн-акции в соцсетях с хэштегом «Читаем Присухина».